Все, погнали. Ребята, поступает в продажу Hyundai Elantra 2009 года. Как сказал бы Витек, уже поступило. Как сказал Витек, уже поступило. Hyundai Elantra 2009 года с надежной механической коробкой передач, с мотором 1.6. Пойдемте. Ребята, машина южная, Ростовская область, Миллеровский район. Два хозяина в ПТС, еще три свободных места. ПТС оригинал, корейская сборка. Начнем. Оригинальный родной пробег 113 тысяч. Автомобиль на механике. Автомобиль был в родном окрасе за минусом одного момента. Буквально, не знаю, там надо уточнить, когда. Ехал с моря хозяин. Немного от усталости уснул. И левой стороной, к сожалению, зацепил от боли. Поэтому, ну вот эта сторона, она вся в окрасе. В основном косметика. Вот здесь вот шпаклевка. И здесь ближе к фаре. Но фары оригинальные, капот родной. Лобовое, ну, с той стороны покажем, да, лобовое оригинальное. Машина по технике абсолютно изумительна. Покажем вам, что у нас еще в багажнике отдает хозяин. Ну а пока с салона давайте начнем. Лобовое без сколов. Оно у нас оригинальное. Капот. Номера интересные, да, не знаю, отдают или оставят. Да, обычные номера. Резина, ну, с нулем. Резина Nexen. В принципе, еще на сезон хватит. Может быть, ну, до конца сезона. По зимней резине уточним. Салон, посмотрите. Салон классный, велюровый, практичный. Вообще, то есть, автомобиль, в принципе, не требует химчистки. Кондиционер, 4 стеклоподъемника. Зеркала, электропривод. Подогрев передних сидений. Покажите пробег, пожалуйста, автомобиля. Мультируль без кожаной оплетки. Штатная магнитола, но уже с AUX USB. Коробка пятиступенчатая механика. Автомобиль очень, в принципе, экономичный. Два небольших таких вот бардачка. Да. Автомобиль находится у хозяина, который, ну, я так понимаю, в возрасте за 50, все вовремя делает, обслуживает. Автомобиль без нареканий. По рекомендации в ближайшее время замена тормозных дисков, колодок и сцепление. Ну, сцепление, в принципе, там еще, я думаю, полгода точно можно покупать. Оно же есть. Мы сейчас, да, покажем, оно есть. И задний диван. Ни царапин, ни пропалин, ни затяжек. Все отлично, все здорово. Очень практичные диски литые у нас. 16-е. Вот. Задняя часть автомобиля прошумлена. Багажник. Так, то, о чем мы говорили, да? Ребята, это все вот отдаем. Все. Это диски. Да. Вот колодки. Вот колодки. И сцепление в сборе, я так понимаю, вместе с корзиной. Запаска наша, всеми любимая. Ну, она, в принципе, практически не трогалась. Она родная. Набор инструментов. Ребята, для человека, который живет в области, очень важен фаркоп. И он съемный, он есть. У меня, кстати, у папы на Mitsubishi Lancer аналогично точно так же. Ну, там прицеп какой-то, ветки вывести, мусор. Шумоизоляцию мы показали, да? Да. Это у запаски, то есть... И сам вот багажник, он, крышка, все нормально, она в родном окрасе. Ну и левая сторона, плюс водитель сзади, дверные карты абсолютно. Обшивка у нас кожаная. ВИН номера, таблички, все, что с завода, все присутствует, все есть. Двигатель абсолютно работает чисто. Вложение автомобиль не требует. Заведем вам, покажем, да? Ну и по аналогии всех наших видеообзоров. Ну не глуши двигатель. Или... Шумно будет. Ну давай, ладно. Покажем подкапотное пространство. Автомобиль мы не химчистили, не полировали, он как есть. То есть посмотрите, двигатель чистый абсолютно. Капот, болты, ничего не крутилось. Стаканы, лонжероны, все отлично. Вот. Возможно, вы спросите по поводу этих проводов. Человек
по комплектации, то есть, ну, в данной комплектации отсутствовали противотуманные фары нижние. Он их поставил, провел проводку, ну, единственное, правда, не подключил. А так, все отлично, кондиционер холодит прекрасно, болты, да. Вот, автомобиль поступает в продажу, по цене, пожалуйста, обращайтесь, готовы общаться. И, возможно, у нас есть такие, знаешь, очень внимательные подписчики, ну, типа, кума твоего. Шучу. Димка, тебе привет. Ребята, это специально человек, то есть, да, что-то типа антикора. Не подумайте, что это очаги ржавчины. Нет, ни в коем случае. Ну, типа замовилина, да? Да, да, ну, видишь, вот эти вот стыки, да, все-таки пороги, они ж часто гниют. Ну, и это старый дедовский этот метод, способ. Автомобиль поступает в продажу. Ребята, на сегодня еще не все. Мы решили с пятницы выжать максимально, максимум. А вечером нас ждет сюрприз. Конкурс идет. Самый лучший комментарий. Наверное, в 21.00 мы подведем итоги, да? Ну, может и 22.00. Да, а может 22.00. В общем, участвуйте. Ну, а мы погнали дальше работать. На связи, ребята.